встреча с Валентиной Васильевной была очень запоминающейся. Обсуждались достаточно важные вопросы о самоопределении, о том, кем ты будешь, если, допустим, ты пойдешь учиться на учителя, каким ты должен быть. Несомненно, в нашем университете очень много педагогических специальностей. Возможно, я тоже веду педагогическую специальность. Поэтому мне было очень интересно узнать от более опытных коллег, от начинающих учителей, как же это, как работать и какие качества нужно в первую очередь иметь, чтобы работать с детьми. Она была встреча очень дружеской, так как мы пели песни, рассказывали стихи, смеялись, слушали поучительные истории. Как обычно, очень уютно, тепло, и мне очень понравились истории, которые рассказала из своей жизни Валентина Васильевна. Мне очень понравилось с другой стороны посмотреть на уже знакомых педагогов, узнать о них что-то новое, узнать интересные моменты из жизни у наших преподавателей. Уважаемые преподаватели, мы готовы поздравить вас со столь знаменательным праздником, как День Учителя. Хотим поблагодарить вас за предоставленные нам знания и ваше терпение. В этот праздник хотим вам пожелать всего самого наилучшего, счастья, здоровья, терпения, таких же хороших учеников. Мы можем пообещать, что вы будете нами гордиться.